дом, пока тут много чего делать надо. Вот мы заходим в дом, и тут у них так принято, это называется комидор, то есть столовая. Столовая со столом, такое достаточно большое помещение с высоким потолком, жутко побелено мелом. Так, это тут не смотри. Далее тут идет кухонный блок, тут все есть, вот мы уже сделали тут подогрев, у нас есть горячая вода, плита, то есть все нужное, что готовить. Холодильник вот надо новый. Что еще? Вот здесь вот выход как бы во двор, но не во двор. Тут вот такое помещение. Мы хотим здесь пристроить одну или две комнаты. Тут вот крыша, это готовить. Называется орна, печка. Париж называется, там, где можно мясо готовить. Ну, вот тут все. Там сад дальше. Сад, ну, сад-то прекрасный. Вот сад это самое такое. Тут надо, конечно, с ним поработать. Можно сидеть в саду и любоваться на горы. Просто шик. Хотим баньку поставить. Первое, что дальше? Что тут еще? Вот, заходим. Ну, тут пока вот, надо все устраивать, пока тут все такое. Вот мы переехали вот на выходных. Здесь вот получается маленькая с навесочками комната девочек. Двухъярусную кровать им купили, надо еще по столу. Она просто крохотульная, да. Но мы уж, да, с учетом того, что построим еще потом две комнаты, расселимся. И вот мы поселились здесь вот. Здесь вот у нас санузел такой достаточно странный, страшный. Но горячая вода есть, шторку надо. Все есть необходимое на первое время. Это комната. Тут мальчишки спят, тут как бы мы. И тут еще даже есть вот, ну, пока свалка у меня. Извиняюсь за бардак. Вот сейчас буду разбирать. Пока Паша со мной, мне никак. Садика нету. Но немножко разбираю. Мультики ему включила. Вот. Как называется? С чемоданами. Да, это как бы гардеробная. Там, да, Витя уже сделал вот штангу тут. Сейчас, где тут свет включается? Штангу. Тут уже вот, да, что-то повесили. Ну, пока вот так вот все. По-колхозному. Но... Ну, потихоньку обустроимся. Спать уютно. Есть камин. Вот там за матрасом. Вот там матрас отдали. Там камин. Вот мы его тут топим по вечерам. В холодные. Ну, сейчас вот тепло начнется уже. Вот тут я поставила обогреватель. Вот ребенок тут сидит, мультики смотрит.